Салютон, хомой! Здравствуйте, люди! С вами Эсперанто, Первый канал и Ирина Гончарова. Эсперанто был задуман его создателем Людвигом Замингофом как язык нейтральный, общий для всех, как язык, способный уничтожить все языковые барьеры между людьми. И этот язык должен быть прост и легок в изучении. То есть изучить его может реально каждый. И Замингофу удалось создать такую языковую систему, которую Французская академия наук назвала шедевром логики и простоты. Надеюсь, наши мини-уроки убедят вас в том, что это действительно так. Обратимся к лексике. Здесь масса интернационализмов, то есть слов, понятных многоязычным людям без перевода. Например, телефону, телевидо, аппарато, адвокато, машину, экономио, нова, элеганта, актива, позитива. Понятно ведь, правда? Русскоязычные люди найдут здесь множество узнаваемых заимствований. Мы уже встречали такие фразы. Например, bonan tagon, danken из немецкого языка, bonan voyagen, pardonen из французского языка. Добавим сюда еще несколько слов из английского. Например, successon, успеха, joyon, радости. Мы помним, что эсперанто все как пишется, так и читается. Это порой может уводить нас от узнавания на слух. Но в графической форме это узнавание происходит. Например, вот эсперанто слово «бирдо». И вот как оно пишется по-английски. На слух мы можем не уловить сходство, но на письме мы его узнаем. Или слово «табло». Посмотрите, вы видите аналогию. Или, например, слово «джойо». Тут иная система. На слух похоже, а графически нет. Короче говоря, все эти моменты могут помогать нам в узнавании лексики. То есть значительно экономить нашу память. Я предлагаю вам перевести фразу. Базой информой при ла грамматико де ла интернация лингво эсперанто. Если вам не сразу удается подобрать русский эквивалент к этой фразе, не так важно. Важно, что вы, конечно же, поняли общий смысл. Он таков. Основные сведения по грамматике международного языка эсперанто. На эту тему, про грамматику эсперанто, мы будем с вами неоднократно говорить в следующих наших видео. Если интересно, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и смотрите другие наши видео. Недавно у нас появилось видео с интервью с человеком из Индонезии. Он говорит на эсперанто, но ничего страшного, там есть русские субтитры. Добро пожаловать! А сейчас я говорю вам «Джис, джис ле ревидо, данкон про ля атенто».